упражнение сведения рук в тренажере. Также его называют бабочка. Садимся в тренажер таким образом, чтобы хват наш совпадал с верхней частью грудных мышц. Локоть мы не отпускаем очень низко и не поднимаем очень высоко. Если локоть будет подниматься слишком высоко, будет больше растягиваться, работать передняя дельта. Локоть также удерживаем на уровне верхней части грудных мышц. Локоть слегка согнут и фиксируется в этом положении. Прогиб в грудном отделе. Мы выполняем сведение перед собой. Плечи всегда остаются сзади, лопатки сведены. Растягиваем, отпускаем вес. Сводим руки и выполняем выдох. Отпускаем, растягиваем, вдох. Сводим руки перед собой, выдох. Руки и локоть всегда работают на уровне верхней части грудных мышц. Сводим перед собой, выполняем вдох. Растягиваем, выполняем выдох. Диски мы во время выполнения упражнения не ставим, для того, чтобы нагрузка на грудные мышцы сохранялась. Достаточно.